Похоже, совсем скоро цивилизация доберется и до окраин Орла. Областная и городские власти объединились в решении привести в порядок удаленные от центра города улицы. Их общая протяженность составляет свыше 60 километров. Благоустройство обойдется в 60 миллионов рублей. Деньги должен выделить бюджет Орла. Поддержать проект обещал на недавнем совещании и глава региона. Вот там должна быть областная составляющая, потому что город сам это не сделает. Все, что касается дорожного фонда, мы должны соответствующим образом предусмотреть на эти цели деньги. Медвежьи углы областного центра власти обязуются привести в порядок в два ближайших года.